Взбалмошная Маркл сломалась под натиском Миддлтона. Супруга герцога Сассекского принца Гарри Меган Маркл активно пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию. Для этого ей пришлось использовать советы от Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская крайне обеспокоена своим упавшим авторитетом. По данным инсайдера, именно по этой причине жена рыжеволосого принца просит советов у заловки. Кроме того, она не скрывает, что вдохновляется поступками и решениями Миддлтон. Стало известно, что Меган стала подражать Кейт. Это связано с тем, что герцогиня Кембриджская всегда изящна и элегантна. И интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев. Зарубежное издание Mirror сообщило, что супруга принца Гарри активно готовится показать себя с другой стороны. Она планирует в корне изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной. Отметим, что эта новость удивила многих британцев, так как поговаривают, что между герцогинями настоящая вражда. В сети регулярно появляются слухи об их очередных конфликтах. Публикация фотографии из Instagram. К слову, Маркл сама виновата в разрушении своей блестящей репутации. Прежде всего, причиной этому послужили тайные крестины ее с принцем Гарри сына. Вскоре после этого Меган снова допустила оплошность. Во время кампании в защиту окружающей среды они с мужем использовали частные самолеты. Публикация фотографий из Instagram. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Стоило ей очень серьезной крови. Меньшов высказался о внезапной популярности дочери. Не генетика, а чего на самом деле развивается диабет. Ивлеева уморила россиян танцем под блатную песню. Уснувшего на заседании Рады Порошенко сняли на видео. Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк. И многое другое.